приехал из Барнаула, пока зарабатывал свой первый миллион, снимал квартиры. В какой-то момент понял, хватит, и придумал квартиру своей мечты, но не для себя, для других. Теперь называет ее клубной. В этих 74 квадратных метрах на 6-м этаже живут только мужчины и только до 30 лет. Важно создать правильную атмосферу. Человек приезжает, ему дается вот кружка, ему даются какие-то приборы, ему дается, вот смотрите, у нас тут чай, кофе. Все это входит в стоимость, и человек вообще не заморачивается о продуктах, да. Он получает там какие-то крупы, масла. Помимо продуктов, нового жильца снабжают одеялом, подушкой, постельным бельем, выделяют ящики под вещи и даже тапочки. И все это за 17 тысяч рублей в месяц. Сергей проводит экскурсию. Пространство организовывал сам, опираясь на свой же московский опыт съема. Здесь 6 человек может спать одновременно, да, и вот один из них сейчас спит. Человек пришел со смены с ночной. Вот, а каждому из жильцов дается... За 17 тысяч рублей? Ну, парень ушлый. За 35 можно снять, ну, не в лучшем районе, вот такую вот однушку. И на двоих, пожалуйста, ваши 17 тысяч рублей. Но, извините, спать с мужиками вонючими, 6 кроватей в одной комнате, это же с ума сойти можно. Но бизнес парень придумал, конечно, хоть куда. Браво, браво. Неужели люди едут?